Перед началом видео хотел бы порекомендовать вам интересный канал «Непознавательное ТВ». На нем вы найдете обзоры и тест-драйв популярных автомобилей без прикрас, так как есть. Кроме этого, вас ждут душевные разговоры о модных тенденциях и актуальных новостях, обзоры еды, игр, спорт и фитнес, похудение и даже челленджи. В общем, тут много разных тем, которые, думаю, заинтересуют каждого. Переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Всем привет! Экскаваторщики – отдельная каста профессионалов, которые должны очень гордиться тем, что могут управлять такой махиной и менять ландшафты, и строить самые крутые проекты. И если вы так не считаете, то я предлагаю посмотреть вам на несколько сюжетов, которые заставят вас кричать от восторга, как девочек. А начнем мы вот с этого отважного экскаваторщика, который занимается постепенным разрушением старого многоэтажного дома. Экскаватор поставили прямо на крышу, без какой-либо страховки, а это, между прочим, 11-этажный дом. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как делают горные дороги? Не просто какой-нибудь легенький серпантинчик между холмами, а настоящую хардкорную горную дорогу, идущую по отвесному склону. Посмотрите на это, чтобы понять, насколько трудно приходится первопроходцам. Интересно, машинист экскаватора настолько крут, что не закрывает дверь кабины? Или же это хотя бы какой-то шанс на спасение, если тяжелая машина покатится вниз? Для некоторых задач приходится использовать очень специфичную технику. Например, вот такой экскаватор с отбойным молотком, который может работать практически на вертикальных стенах. От падения его удерживают только тросы, закрепленные на вершине горы. А вот так это выглядит с другого ракурса. Обратите внимание, что экскаватор гусеницами стоит на склоне. Это позволяет ему перемещаться вверх-вниз и зафиксироваться в рабочем положении. Кабина же с помощью двух гидроцилиндров поднимается, занимая горизонтальное положение. Еще один специфический вид экскаваторов – это экскаватор-паук. Его гидравлические опоры способны раздвигаться, позволяя машине зафиксироваться в самых неожиданных позах. Обычный экскаватор в таком положении работать не смог бы. Гениальное изобретение. Как разрушить старую трубу промышленного предприятия? Часто для этого используют взрывчатку, размещенную у основания, подорвав которую удается уронить трубу и разбивать завалы уже на земле. Но перед этим нужно провести ряд подготовительных мер на самой вершине. Тогда используют связку экскаватора и высотного крана. Выглядит это невероятно жутко. Я бы ни за какие деньги не сел бы в кабину этого экскаватора. Экскаватор, придерживаемый краном, тут не самый обычный, а специальный. Вместо колес у него три гидравлические опоры, которые могут выдвигаться. В таком виде экскаватор становится на макушку трубы. Но экскаваторы способны не только разрушать или строить. Профессиональные операторы этих машин по всему миру доказывают, что они способны на большее. Порой задачи, которые они выполняют, самые бредовые. Например, перемешивать креветки. Ума не приложу, кому это могло бы пригодиться. Привет старому челленджу с открытием бутылок ударом ноги. Так это делают экскаваторщики. За одно движение ковша он может открывать сразу несколько бутылок. А еще операторы экскаваторов могут быть неплохими цирковыми артистами. Этот, например, едет по двум канатам на высоте нескольких метров над землей. Конечно, его придерживают сверху кран, но это нисколько не снижает эффект от происходящего. Вы когда-нибудь видели, как рисуют при помощи больших машин? А профессиональные экскаваторщики способны и на такое. Уверен, что это не доставляет ему каких-то сложностей, просто нестандартная задача в очередной рабочий день. А на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делайте репост. Всем пока!